Всем добрый день. А мы тут всей бандой, даже с Алексеем, отправляемся куда-нибудь в горы. Вероятнее всего, это будет Татьяновка, так как это не так далеко, не близко, не высоко, как говорится, не низко. Погодка отличная, за бортом плюс 21 градус. В машине даже немножечко жарко, включили кондиционер. Так что все пристегиваем ремни, ну там, я имею в виду, тоже там, кто дома сидит. И отправляемся в маленькое путешествие. Лучи солнца прям по ходу нам будут освещать дорогу. О, там авария стоит, ждет сотрудников ГИБДД, они тут. Ну вот, смотрите, Шашлыков закрыт. Кто-то ходит в футболках до сих пор, а кто-то уже в куртках. Есть вот такие зелы, прям аж страшно. Маринское шоссе. Домик с оранжевой крышей, самый, наверное, один из самых красивых домиков на Маринском шоссе такой. Во всяком случае, выделяется со всех сторон, его видать. Хурма. Желтые деревья уже появляются. Чем дальше, наверное, в горы, тем будет больше желтого цвета. Все молчат, меня боятся. Мы слушаем, что ты рассказываешь. Ага, ну расскажи, Алексей, что-нибудь. Ну вот и поговорили, как бы. Судя по всему, болтать придется только мне. Обалденно красивый вид на горы, на Лазаревскую, но вы его все равно не увидите. Что ты можешь рассказать? Ну рассказывай, если можешь рассказать, рассказывай. Понятно. Весьма содержательный рассказ, честно вам сказала Алексей. Поэтому будем смотреть вперед и ехать дальше в сторону Татьяновки. В принципе, здесь пока еще больше зеленого, наверное, преобладает, чем желтого цвета. Что ты пока? Это правильно, держись. Вот, держи. Так как серпантинчик небольшой, некоторых даже укачивает, бывало. До меня самого укачивает иногда. Укачивает, нет? Пока нормально. Пока нормально. Ладно, будем чуть-чуть потише уходить по воротам. Гаражи трех-четырехэтажные есть такие интересные. Мне кажется, здесь больше все-таки желтых оттенков становится все больше, больше и больше. Не знаю, солнце уже начинает садиться, буквально через часика полтора-два оно уже сядет. Будем надеяться, что мы успеем. Ну, тут до Татьяновки не так далеко. Поэтому прокатимся. По светлому, я имею в виду. А обратно уже не важно. Хотя хотели там полетать. На противоположном берегу реки Псизуапсе, улица Малышева. Вон он, домик, где живет Александр. Вот эта вот машина стояла около гаража сутки. Помните? Желтый, вот, зеленая Toyota RAV4. До Алексеевского 2 километра, Тхагапш 14. До Татьяновки неведомо. Ну, что-то где-то между Алексеевским и Тхагапшем.
общем, вот так вот смотрите на горы. Тут уже даже краснеют деревья. Это еще все дачные кооперативы. Никому дачу не надо тут случайно. Кстати, да, мы тут проезжаем через нашу дачу. Вот это или дальше? Ребенок из школы идет пешком. Бедный пацан со школы идет пешком. Представляете, это через подвесной мост он идет. Это вот тут. Бог знает дача. Куда. Ты можешь ее не продавать, зачем ее продавать? Ну, в общем, вопрос открытый пока. Смотрите, какая дорожка. Где-то здесь, кажется, весной или зимой, я тогда спускался вниз, показывал вам снег. Снега было по колено практически, даже больше кое-где. А теперь все зеленое, красивое, с элементами желтого. Что, мандарин будем есть? У нас много, он один. Ну, вам кожура, а мне мандарин. Купили вчера мандарин. И что вы думаете? Мне ни одному не досталось. Ну, я тебе говорила принести. А, она мне говорила принести. Еще. Там два только осталось. Вот. Сейчас поеду в магнит, куплю себе этих мандаринов. И съем. На рынке. Ну, где мы покупали? В магните. И съем в одну харю. Вкусненько. Вкусненько. Да, достаточно вкусные. Приближаемся к Алексеевскому, здесь вот внизу база ДСАФ, водителей учат. Машину не ставить. Ну вот надпись Алексеевская, крест. Хотя все мы называем Алексеевка, почему-то я не знаю. Данный населенный пункт образовался в 1975 году, ну, в связи с моим рождением, его и назвали Алексеевкой. Шучу, конечно же. О, киви, смотрите, какое классное. Здесь продаются много, кстати, участков, домики продаются. Ну, ценовая политика, я вам скажу, тоже такая, не детская, практически латвийская. Что-то тут какой-то прям, я не знаю, трасса, жук по Сочи, машин сколько много. А температура воздуха потихонечку падает. 18,5. Мне досталось тоже долька мандарина. Чтобы я заткнулся. Чтобы я заткнулся сейчас. Я и заткнулся. Так, Алексеевская. Машины ставить тоже особо негде, прям на обочине ставят. Вот слева красивый, очень даже красивый домик. Прям дворец, какая-то усадьба. Чей же он, интересно? А? Интересно, чей же он? Чей-то. Понятно. Наверняка есть хозяин. Тут продавался, мы узнавали, Михаил тогда интересовался тоже. Ну, там был участок, неплохой участок, прям выход. Речки, прям все там, можно красиво сделать лесенкой, все там, в общем, шикарно все. Но ценовая политика там этого участка 7 миллионов рублей. Правда, есть разрешение на строительство, есть уже залитый фундамент, который, в принципе, вот проще, наверное, снести и сделать все заново. Вот где-то даже, где-то он здесь вот, слева. Так что, если кому-то вдруг интересно, на тот момент он стоил 7 миллионов. Что сейчас, потому что это было до этого глобального подорожания, узнавали. Где-то вот здесь вот прям вроде бы вот слева. Речка рядом? Речка, прям спуск красивый к реке. Там можно сделать лесенку красивую. Если не дай бог дождь. О, нет, так речка, даже если она поднимется, там не надо, дай бог, подниматься. Все красиво, все нормально. Дом как бы наверху, не опасно, но дороговато, потому что делать на старом фундаменте тоже особого дикого желания нету. Там надо, он уже несколько лет стоит. Долго, я так предполагаю. Ну и
все, конечно, хочется делать-то по-своему, а не так вот, как там было. Ладно, едем дальше. Пионы в этом году я, в принципе, пропустил, вот эти лесные. Забыл про них вообще. Но дорога здесь, обратите внимание, очень даже ничего, хорошенькая такая. Много туристов ездят в горы, сами знаете. Здесь вот козье молоко продается. Но речка там уже высохла. Как это взаимосвязано, козье молоко и речка, я не знаю. Тагарпш 9, Марина 15. Алексеевская закончилась. Может, в Тхагапш ближе, да? В смысле ближе? Тхагапш дальше, да? Татьяновка сначала сейчас будет. Уже не так долго до Татьяновки осталось. Узкая дорога. Сужение прям конкретное. Хотите в Тхагапш? Поехали в Тхагапш. Что, качалось? Качалось? Mm-hmm. Ну вот, начинается, ребята. Будем ехать потише. Смотри вперед. Вот сюда сядь, смотри вперед. А они хотели на Тигуане ехать. Сейчас был что-то что-то плохо. Походим где-нибудь, останавливаемся. Так, ребята, тут у нас технические неполадки, будем плевать. Молодец. Ну как есть. Все, прервемся. Итак, мы продолжаем наше путешествие в Татьяновку. Все обошлось, все нормально. Все нормально. По-прежнему светит солнышко. До Татьяновки, в принципе, не так-то тут далеко. Так что доедем без последствий, надеюсь. Но будем уже ехать помедленнее. Хотите что-то сказать? Они там сами разбираются. В общем, вот так вот. Красивая дорога, смотрите, как виляет. Тут, кстати, неплохой вид сверху, с гор. Может быть, даже остановимся, полетаем. Но я не знаю, сейчас давай закончим там, потому что здесь одновременно все не получается. Ну, еще приеду тогда. Нам быкам-то прокатиться до Татьяновки-то. Тут уже осталось-то всего ничего. Внимание, ремонт дороги. Вот тут вот, кажется, сразу за ремонтом дороги. Сейчас еще справа должен быть водопадик, а потом уже и Татьяновка, кажется, если не ошибаюсь, конечно. А я могу и ошибаться. Вот какой транспорт должен быть здесь. А, нет, лучше вот такой вот транспорт, наверное. Хотя нет, это дурак. Красный свет. Проезда нет. Прохода нет. Тут уже, видите, за горой тень. Несмотря на то, что машин здесь мало, ломиться вперед мы не будем. А, тем более сразу зеленый. Недолго ждать пришлось. Цветочки. А если еще
такую же сделали хорошенькую. Тут была такая разбитая, убогая. Сейчас заасфальтировано так все так. Красивенько. Вот справа сейчас будет водопад. Ну так, водопад, речушка такая. Сейчас, наверное, уже темновато. Там особо ее не увидишь, не рассмотришь. Но интересно. А тут уже до Татьянки всего ничего. 0,4 километра, 400 метров, грубо. Справа тут тоже указатель идет на водопад, но не знаю, я там никогда не был. Может быть, как-нибудь вот, стоит туда пройтись, посмотреть, что там, да как там. Где этот поворот на Татьяну, я не понял. Где-то здесь вроде бы был, может, я уже проехал. Так, что-то я уже заплутал. У меня такое ощущение, что мы уже проехали поворот на Татьяновку. Я что-то не заметил. Там же был указатель 0,4 километра, да. Туплю. Там тоже ремонт дороги. Как-то сейчас момент. Отсюда тоже красивый вид, кстати. Вот такой симпатичненький даже. Под другим углом очень даже ничего. Едем искать Татьяновку. Видимо, просматривая на эти водопады, я проскочил нужный мне поворот. А он вот здесь вот прям. Кстати, указатель то, что там водопады убрали. А ведь он был. Я помню. Это брызговики, не пугайтесь. Дорожка узкая, две машины тут разъедутся с трудом. Даже две маленьких. Ну и машин здесь не так-то уж и много бывает. Говорят, периодически во время сильных дождей тут что-нибудь смывает, какие-нибудь домики, которые на самом берегу. Что у нас сия участь минует, тем более мы-то тут дождей не собираемся ждать. Итак, Татьяновка. Сначала, наверное, прокатимся в сторону подвесного мостика. Маленький такой симпатичный населенный пункт, много зелени, красивые домики. Тут тоже люди живут. Я так предполагаю, что здесь даже есть интернет. Много хурмы, красивые дома. И даже есть лежачие полицейские. Один собак черный гуляет. Непонятная мне порода. Почти приехали. Здесь мы уже бывали, снимал неоднократно, но вот еще раз решили приехать. А то все Лазаревское, да Лазаревское. Иногда не бог. Хочется и здесь побывать. Так, ничего, никому дорогу, чтобы не перекрыть. Остановимся тут. Все, всем пока. На этом ролик закончился.